Первое свидание через Тиндер. А у тебя первое? Нет, не первое. Не считала 30-е, 40-е. 40-е? Ты плачешь? И правда кончаешь как псих. Поедешь со мной в отпуск? Что? Давно ты ее знаешь? С выходных. Так и знал. Какой-то он странный, на всех снимках одинаково улыбается. Ужасно. В Болгарию? А почему в Болгарию? Забыла, что такое отпуск вдвоем? My name is Светлана Веселинова Гергова Дулапчева. Ух ты, длина. Осторожней, там полно всяких железяк. Титановый пляж какой-то. Прямо масляная ванна с картошкой. Эй, ты в туалете? Очень вкусно. Нет, нет, я просто душ принимаю. Я наступил на дохлую крысу, гадость. Знаешь, в отпуске самое главное – это чистый песок. И вода, не похожая на колу. Люблю французов, вы всегда ищете приключений. Могу я сходить в туалет? Видишь, платок? Занято. Просто ты прекрасный сделала? Отпуск, да? Это здесь? Эй, привет! Ну я же не студент, возраст не тот, извини. Каньонинг! А, каньонинг! Что? Что за каньонинг? Я умру! Прямо здесь и умру! Откинься назад! Я не могу! Марион, хватит искать во всем хорошее! Что ты творишь? Прыгаем! Нет! Давай! А! У меня есть кровать. Мы ведь в раю, да? Сплошной мрамор. Вы убирайтесь. Что? Эй, ты! Забирай свою жену! А, это моя мама! О, простите, из-за пластики не видно. Отпуск – худшее испытание для пары. Забавно с него начинать.